Кабинет инновационных технологий открыли в Виделевском детском саду «Радуга». Интерактивные полы, стена, мультимедийный комплекс для логопеда и электронная парта. Какие возможности все это открывает перед дошколятами? Об этом в следующем сюжете. Стать частью компьютерной игры – это, пожалуй, мечта любого ребенка. В Виделевском детском саду «Радуга» приятное решили совместить с полезным. Ребята изучают форму, цвета, счет, в помощь современные технологии. Лопата. Методы образования должны соответствовать времени и интересам детей. Это главный принцип местных педагогов. Но как же мы не будем делать это? Мы просто будем обречены стоять на месте. Нужно заложить в детям запас мощности знаний. Помог садику фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. Приобрели оборудование для инновационного класса. Заниматься здесь будут абсолютно все ребята. В дошкольном учреждении их более 200. И есть младшая группа. В списке программ упражнения даже для полуторагодовалых детей. Эти интерактивные игры обладают огромным количеством плюсов. Во-первых, развитие психических процессов. Внимание, память, логическое мышление, речь. Во-вторых, в эти игры могут играть дети даже с ограниченными возможностями здоровья. Это тоже немаловажно для них. Занятия в интерактивном классе уже начали. Педагоги прошли необходимое обучение.